Че он меня пытается уволить? Причина, Монвер. Ты че, охренел? Забанить. Причина, петух. Опа, мы залетели. А куда это мы залетели? Это FNAF RP. Let's go! Надо сменить свой голос и попробовать разговаривать, как додик какой-нибудь. Го полицейский участок, будем резать полицейского. О, пацаны пошли резать полицейский участок. Вот это домашняя атмосфера, так мило. Я хочу поучаствовать в резне. Че, пацаны, работаем? Менты ебаные. Мусор расстреляй! Вон он стоит! Спалился, Монвер? Походу. Где? Где Монвер? Не знаю где. Чё, давай в мусор расстрелять. Он Монвер. Да не надо меня палить, блин. Монвер! 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 Я твой фанат, Монвер! Здорово. Берем оружие и идем стрелять. Вы знаете, что делать. За Монвера! Стреляй! Стреляй в упор! За Монвера! Режьте его, унижайте. Бейте его. Даже не приходится самому пользоваться стволами. Отправляемся рейдить. Идем в пиццерию. Пиццерия следующая. Все, давайте, ребята, вперед. Let's go. Он не с нами. Расстреляем. Расстреляем. А, это мент. Все, до свидания. Где эти аниматроники? Вырезать всех. Вот кот. Заложники. Пошлите в банк, реально, чё мы? А чё, есть кто это, авторитет, чтоб ломали замки? Да, 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 авторитет, вот. Походу, кто-то вскрыл уже. Мы закрываем дверь. Ой-ой-ой, нас обстреливают. Иди, живи, за тебя Монвер. Монвер. Сука. Монвер, Монвер, давай, проверим. Расстреляли меня. Сейчас, сразу же, чтобы у меня были при себе стволы. Пора поднимать революцию здесь. А если не получится, просто раздадим баны. Во. Наемник. Что тут у нас имеется? Desert Eagle 50-й калибр. Надо еще раз прорядить банк. А ну, это может быть засада. Опа! Блять, это засада. Добейте. Блять, меня зарезали. Кто-то свой же подобрался и зарезал. Какого хрена? Пацаны не дали мне революционное ограбление банка провернуть. Все, возвращаемся обратно. Сейчас будем устраивать расстрелы. Пойдем на базу. А где у них база? Сюда, сюда, сюда. А, да. Держи оборону! Тебе так не... Зачем? Это моя база! Это больше не твоя база! Коммунар революции устраивает, кто убьет Монвера, дам $1. Я сделаю наперед. Сейчас мы ему сделаем. Сейчас вот так вот мы этого революционера, нарушитель порядка, забаним. Монвер, я тебя пригласил, друзья, го дружить! Боб, тихо, я, блядь, себя не слышу даже, хватит орать! Пару вопросиков. Да. Вот ты когда банишь человека за массовое нарушение, можешь указывать причину? Потому что да. Вот твое нарушение. Он подмывает людей, чтобы они меня расстреливали. Смотри, у нас нету правила, которое нарушитель порядка. Да мне похуй. Дайте пермач Монверу. Да, согласен, дайте мне пермач, и на этом мы закончим. Во! В комнате для допросов сейчас будем открывать, что правильно, кейсы. Целая куча кейсов появилась, вы что, издеваетесь? Ну, промокод Мановер, пацаны, юзайте, дадут кейсы вам и мне. Кто такой Мановер? Наверное, очередной нене. Так, так, что тут у нас есть? Сейчас какую-нибудь херню купим. Слэм. Мановер, зачем слэм купил? РДМ вошел в чат. Не, а что вы хотели-то? А можно сказать в ролик что-нибудь? Нет, да ёпта, блядь. Это, нет, это не то, погоди. Ты что делаешь? Простите за неудобство. Нет. Ты по и обратно. О, Мон. О, Монвер. Убегать и взорвать кого-нибудь слэмкой. Да, 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 пацаны. Да, да. Скорее уходи, Монвер. Снайпер, тебе... А чё, она нормально стреляет или нет, эта снайперка? Давай чисто проверим. На петухе. Снова выстрел, слушай, валит. Нихера себе. Ай, блядь, попал. Сука, убил меня. Так. Ой, пацаны. Объявляется спецоперация по поимке ютубера Монвер. Да вы меня хрен поймаете. Какой прочный материал, сука. У меня рука болит уже. Монвер, я тебя захуярю с глока. Гоу один на один. Убейте Семёна, приведите мне Семёна, дам 100к. Вот и пусть идут теперь. Посажу и убью. Сейчас мы на вот этого тоже объявим. Легальное. Чё он меня пытается уволить? Причина, Монвер. Ты чё, охренел? Забанить. Причина, петух. Чё никто не стреляет? Стрельните кто-нибудь. А, вот он. Майкл Кеннеди, все понял.
Причина. Убил. Сука. Еще один бан выдаем. Кейс открывает. Молодцы. Ура, баны пошли, баны полетели. Прямо на разговоре с админами выдаю бан. Там одного человечка, это по приколу. А, еще одно. А они нападают на меня. Джон, ты охуел, людей банит. Так, секундочку, сейчас, погоди. Так, Зулем Белуе. Забанить. А чё, не нравится? На, бан тебе еще один. Я говорю, возвращай, давай обратно. Я говорю, админ мод выключи. Я говорю, возвращай обратно. А тебе нужно админ мод выключить. Ну давай. Давай ты пэхай. Заебали, блядь. Давай, слушай. Ну и чё вам надо? Выключите, пожалуйста. Зачем? Вам нужно выключить. Нет, не выключу. Так, все, начинаем пользоваться. Сейчас я буду вас наказывать. Так, сначала кто-нибудь другой понесет наказание. Люди будут страдать, я начинаю раздавать баны. Ты не того забанил, поздравляю. У тебя наказан. Так, на рандоме. Блядь, Монверс. Сейчас раздадим рекорд. Наказан. Быстрее, пацаны! Быстрее! Сука, забанили! Время до разбана под вопросом. Сколько количества банов я сделал? Пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд. Время до разбана под вопросом. Я думаю, это навсегда.